Юра Ван Лориан. Ван Лориан и Юра. Знаменитый ютубер в мире Ислы. Он же призрак острова. В The Isle Legacy на сервере Age of Dina. Настолько ты хорош, как ты говоришь о себе. В общем, предыстория такая. Однажды я снимал будни на сервере Age of Dina. Вы играли на Зухичах. Мало того, что вы у меня тогда забрали гигу, так я просто тогда решил поздороваться. Типа, мол, Юра, можно я кусну твой кончик хвоста? Насколько он вкусен? Ты сказал, смотри, не обломай свои зубы. Ну, что ж, с этого дня мой Сабрекс на вас обиделся. И он будет преследовать вас. Не только мой Сабрекс. В общем, готовься проливать кровь до конца своих дней. Ну, я опять-таки... А какая мне информация нужна? Я Бака. Бейте говнюка. Здравствуйте, друзья. Опа, не ожидали, да? Не ожидали. Здрасте. Говоришь, зубы обломаю? Ну, не знаю. Ты знаешь, я потом себе из твоей золотой юты... Да чтоб тебя, иди отсюда. Я себе сделаю золотые коронки. Ух ты какой. Ух ты какой. Ух ты какой, Юра. Вот это Скайтоп, что ли? Маленькая ты зараза. На стопе ловит. Интересный персонаж. Так. Шиперит, да? Шиперит. Как вас много, и все вкусные. Я вас каждого на кусочки порву. Каждого. А то зубы обломаю. Угу. Сейчас мечтай. Да, буду сидеть у воды. Они, наверное, сейчас такие думают. А, очередной игрок, который, знаете, как там правильно говорят, не помню, ну, в общем, дрочер у воды, да? А, вот ты где, родной. Ага. Ты знаешь, дружок, я тебя, наверное, оставлю прямо напоследочек. Прямо напоследочек я сначала всех твоих подопечных заберу, насколько я смогу, если смогу. Да мы сможем. Мы сможем с моим Сабрексом. Ага. Сейчас тебе. Иди сюда. Я понял. Опытная юточка. Да, команда хороших ют. Хорошо, я понимаю. Юта-дрочеры. Юта-дрочеры. Интересно, а будет ли мне бан потом? Ничего. Вы только зря это сделаете, если вы напишете репорт на меня. Вам же хуже, ребят. Ну ты чё? Куда ты делся? Появляйся назад. Это либо... Это реально Скайтоп был? Либо по таймеру вышел. Опа, не ожидал, да? А ты чё думал, только призраку такое можно? Не, братец. А мы сейчас такие... Опа. Здрасте. А где вы там, пацаны? Снимай. Где там мои сладкие? Ну-ка, по одному. Опа, здрасте. Распишитесь. Ван Лориан. Здрасте. Ах, ты так даже можешь, да? Во-во-во, побежал, смотри. Ля что делает? Да мы читера встретили опять. Все, кинь-пати, я зашел. Ах ты ж, маленькая зараза-то еще и отхилилась. Хе-хе.
А я тоже так могу. Навыки не потерял. Хорош. Ты тоже так можешь, да? Говоришь, тоже так можешь. Ну хорошо, ладно. Давай немножко поиграемся с тобой, немножко усложним тебе задачку. Страшно? Хотя я мог тебя перекусить сейчас просто в легкую. А, это был не ты, это был твой друг, да. Был твой друг. А что ты там такой довольный прыгаешь? Вынюхиваешь? Ты что там, в инвизе вынюхиваешь, что ли? Жалко, нет, да, такой способности? Унюхать админу в инвизе, ну ладно. Так, что мы сделаем? Опа. Где-то. В атаку! Или как там говорил Мальтель, шестерочная бригада номер 6? Вот он. Окружили, а? Страшно! Ну давай, да, давай, заходи в хвостик-то, он у меня вкусный. Смотри, не подавись. Эх, пожалел опять. Опять пожалел я его, а? Ну ладно, ладно. Я хочу, знаете, больше вам принести страданий и боли. Чуть-чуть побольше. До свидания, распишитесь. А что такое, Юра? А где Юра? А куда пропал Ван Лориан? Что, страшно стало? В кустике пошел сидеть, небось, да? А армия-то твоя уменьшается. Ага, сейчас. Опа. Смотри. Рис, два. Рис, два. Вот как, да? Кусай. Давай, попадем. Есть, попал. Давай. Только осторожно. Ну чё тебе? Сразу может тебя. В легкую просто вот. Один кус и все, и Юра кончился, да? Кончился ваш Ван Лориан. Ну ладно, помучаю. Я обещал много крови и страданий. Это только начало, не переживайте. Если вот Юра смотрит этот ролик, да, или вот те его ютарапторы, которые бегали с ним, если думают, что они легко так отделались. Нет, ребят, это только начало. В следующий раз я усложню вам все задачи. Ты на прицеле, солнце мое, иди сюда, мой сладкий золотой. Ага. Шустрый какой. До свидания, распишитесь. Подожди, я не понял. Вот сейчас опять подмена. Да, это подмена, это определенно подмена идет в бою. Эх, Юра, а еще призрак, все дела, а? Ню-ню-ню, хорошо. А вот я и раскусил тебя. Призрак ты наш любимый. А то сопли на кулак наматывай. Ща, подожди, я тебя намотаю, знаешь куда? Я тебя вокруг своего... Нет, я вокруг твоего же хвоста тебя оберну 10 раз. Знаешь, вот так вот в лавашек. А начиночки туда из пситаки набью. Соус сделаю из велоцираптора. И съем тебя с удовольствием, с большим удовольствием. Побежал. Типа в размен. Ты так тоже можешь, да? Ну давай.
Шо, золотая ты наша Юта? Не гавкайте, вы меня раздражаете. Давай, 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 хорошо, Акуна Матата? Матата Акуна? Пропал, смотри, смотри, пропал. Ага, ну ща, да конечно. Не, в следующий раз я пойду до конца. Кстати, между прочим, это ты меня научил всему этому. Вот этим своим навыком призрака своего, который там прячется, пугает игроков, уходит в инвиз, кричит и все прочее. Это ты виноват, это ты виноват. Ну ладно, короче, на сегодня хватит. Я думаю, это была наша первая разминочка, наша первая разминка. В следующий раз крови. Крови. Давайте напишем им в анонсмент. Пускай Юра прочитает. Вот так будет прекрасно, я думаю. В следующий раз крови будет больше, Ван Лориан. Битва не окончена. Тебя ждет месть. И всегда будет преследовать тебя. Кого Скайтопчик-негодник такой убил? Кого съел? Ну-ка, признавайтесь.